Я лежу под тентом в гамаке. Легкий ветер тело обдувает. Из-под кепки в небо я гляжу, где барашки белые летают. Мне хотелось с ними улететь на спине небесного барана, чтоб с высот всю землю оглядеть, все ее красоты и изъяны. Я бы крикнул людям с высоты: «Люди, что вы сделали с планетой? Скоро вас не выдержит Земля! Ведь не люди вы, а землееды!» Вам Господь отдал для жизни все. Он создал вас, чтобы беречь планету. Вы же разоряете ее. Скоро вас он призовет к ответу. Ваш прогресс Земле грозит бедой. Химикаты, атомные взрывы, даже этот мусор бытовой для Земли, как гнойные нарывы. В океанах острова пластмасс, острова остатков человека. Надо вам задуматься сейчас, как спасти все до исхода века. Вам все больше надо нефти, газа. Страсть к наживе, жуткая зараза, золотым тельцом вас повязала. Вам все мало, 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 мало. Миллиарды фабрик и заводов отравляют нежную природу, и летят, летят автомобили, а про экологию забыли. Человек идет навстречу краху. Он прогресс остановить не в силах, но хотя бы помнить о природе, ведь сейчас о ней совсем забыли. Выбросы замедлить в атмосферу, бизнес свой вести рационально, за собою убирать отходы, помнить о природе в самом малом, войны на планете уничтожить, всем народам мира подружиться, преобразовать свою планету, чтобы все могли ею гордиться. Человек властитель на планете, но планета Господа создания. Передал ее он человеку для добра, труда и созидания. Люди, землееды, оглянитесь, что своим наследникам оставим, ведь не сохраним для них планету, если разорять не перестанем.